Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер. В эфире Финам ФМ программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня говорим о туризме в России. Ну или правильно, наверное, было бы, как поправил меня один из сегодняшних гостей, говорить о турбизнесе. Ну, это логично, потому что программа, еще раз повторю, называется «Бизнес-класс». Как себя этот бизнес в России чувствует? Как вообще, возможно ли вести этот бизнес? Сегодня об этом говорим. Ну и с точки зрения потребителя, мне кажется, тоже, да, вполне возможно обсудить эту тему и вопросы, которые наши слушатели будут сегодня задавать, я думаю, тоже будут в тему. Итак, представляем моих сегодняшних гостей: это Сергей Ватутин, владелец компании 1001 Тур, создатель туристического портала туризм.ру. Добрый вечер. Добрый вечер. И это Владимир Конторович, первый вице-президент Ассоциации туроператоров России. Добрый вечер, Владимир. Здравствуйте. Ну что ж. Положа руку на сердце, да, мы сегодня обсуждаем проблемы, прежде всего, туристического бизнеса. Готовы ли вы, <свят> готовы ли вы откровенно об этом говорить? Ну, Сережа, тебе прежде всего вопрос. Ну, конечно, конечно, нужно говорить. Но все-таки мое мнение, что пациент скорее жив, чем мертв. Вот, вот, вот. Именно ты, как бы, да, предугадал мой первый вопрос. Есть вообще туристический бизнес в России? Потому что мы, как правило, да, всегда все сравниваем за рубежом. И более того, мы видим сейчас на рынке появление многих, э, как правильно сказать, сетевых, да, зарубежных компаний. Ну, такой глобальный рынок. Везде идет глобализация. Проблема это создает отечественным компаниям? Ну, тебе в частности. Ну, на самом деле, глобализация, она у нас шла, может быть, году так в 2007-2008 uh -huh. а сейчас как раз проходит последний год обратный процесс, то есть те глобальные концерны, которые сюда зашли, за исключением, наверное, там одной компании они успешно отсюда ушли. Ходит. Не выдержали реалии российского рынка. А, это ну, хотя нет, врут, две, наверное, компании а -а -а. сейчас осталось. Ну, тоже неплохо. А, -а что ты под реалиями подразумеваешь в этом случае? А, ну, как, большая конкуренция, действительно, угу. плюс рынок, скажем так, не сильно прозрачный и серый. Угу. Вот. Но в любой отрасли у нас в России. Иностранцам тяжело, да, они привыкли работать там кристально прозрачно, по понятным схемам. Mm -hmm. Вот в России так получается не всегда, поэтому они сталкиваются с этими реалиями и уходят. Ну, плюс еще наложился кризис, конечно. Mm -hmm. То есть а, те там приобретения российских компаний иностранными, они были на волне эйфории, что Россия это такой азис, mm -hmm. который принесет, вот. И поэтому, конечно, ожидания были завышенные. Ну хорошо, Бог с ним, давай о них чуть забудем. А, ну, во-первых, глобальный вопрос, который меня интересует. Вообще, это выгодный бизнес вот сегодня. Ну, опять-таки, ты со своей точки зрения, и потом мы Владимир присоединиться к нам, да, поговорим. Насколько он рентабель, насколько ну, деньги зарабатываются этим? А, деньги зарабатывать можно и возможно, угу. но, конечно, это не самый выгодный бизнес, который может быть. Ты да? пожалел и... уже, наверное, не, не раз, да? А... Ну как? Тут же дело не только в деньгах. Uh -huh. Просто я понимаю, что мне это интересно, uh -huh. да. И ну туризм затягивает. То есть часто, знаете, среди работников туризма есть такая фраза, что вот хочется уволиться из туризма, очень хочется, uh -huh. но просто некогда. Или некуда? Да нет. Обычно есть куда, но просто времени нет. Uh -huh. Я понял. А ты сам отдыхаешь, кстати, ездишь? Да, да. Ну. У меня, слава богу, процессы более-менее налажены, у меня хорошая команда, которой огромное спасибо. Вот, поэтому да, есть возможность путешествовать. Uh -huh. и... Но единственное, что мои предпочтения не совсем пересекаются с тем, куда ездит там большинство наших граждан. Uh -huh. Вот, потому что, ну, по крайней мере, наша компания, она в основном продает отдых пляжный, то есть куда-то прилететь и там недельку две в стандартном российском режиме. Вот, в стандартном так. положении, в горизонтальном. Да, да. да. А, я так не смогу, поэтому у нас поездки, они подразумевают там большое количество точек передвижения и так далее. Угу. Вот. Но, тем не менее, да, бывали у меня и на месяц отъезды, и вполне реально. Не, ну, слава богу, а то, знаешь, обычно как сапожник без сапог, это тоже не очень правильно. Итак, если позволите, давайте начнем с того, что... Владимир, присоединитесь, пожалуйста. Ага, я тут. Мы говорим об основных проблемах российского турбизнеса. Вот их можно, наверное, перечислить, перечесть. Их не так много, я надеюсь. Но все же они есть. В чем они, Сереж? Ну, во-первых, действительно очень легкий вход на рынок. Вот. Соответственно, большая конкуренция. Какое-то время назад было лицензирование этой род деятельности, насколько я помню, а потом оно было отменено. Ну, смотрите, во-первых, тут нужно разделить рынок а, турагентств и туроператоров. Да, то есть про тураператоров, я думаю, Владимир расскажет лучше меня, угу. поэтому я сказал про турагентство. А, лицензирование действительно было какой-то период, но оно реально не сильно это ограничивало. То есть получить лицензию, ну, это был вопрос там 10, по-моему, 20 тысяч рублей, не больше. И, и пару недель времени, да? Ну, да, да. Поэтому на самом деле это никак не ограничивало. Вот. И беда в том, что действительно из-за того, что порог а, входа очень легкий, очень много компаний приходят, очень много уходят, причем бывает, что компании уходят не совсем красиво. Тем более на, на слуху, да, несколько случаев достаточно известных, когда некрасиво ну, уходят. Шумнее всего, конечно, уходят операторы. Агентства обычно уходят не очень большие, поэтому угу. они менее на слуху. Ну, вот, да, но таких да. ситуаций тоже, конечно, достаточно. Угу. Вот эта проблема связана, да, с турагентством. А проблема с туроператором, Владимир? И, вы знаете, ну во-первых, мы все время почему-то, когда говорим про туризм, всегда говорим о, о туризме выездном, uh -huh. да, хотя... Обязательно yeah, о внутреннем поговорим сегодня. Да. И о въездном, uh -huh. потому что, наверное, это самое главное для страны. Но поскольку потребителя, прежде всего, касается, конечно, выезд, uh -huh. то тут, я думаю, если говорить о выездном турбизнесе, основная проблема а, состоит в том, что у нас в стране очень мало туристов и очень много туроператорских компаний. Вот абсолютно непропорционально. Еще раз, если я правильно понял, ту мало туристов? То туристов есть... мало. Мало людей, к сожалению, которые вообще себе могут позволить uh -huh. э поехать отдыхать за рубеж. От силы 5% населения. И тем не менее, их готовы обслуживать огромное количество? Их готовы обслуживать у нас 2, пол, почти тысячи туроператоров, которые работают на выезд. А да. где же логика? Если нет спроса, да, ну, малое количество туристов, я так понимаю, какой-то спрос -то достаточно локальный. Э -э ну, Обеспечивает. Вот, Коллега абсолютно правильно подметил, что очень простой, архипростой вход на рынок. Да, поэтому почему бы не попробовать? Очень часто размытая ответственность. Ничем не рискует, тот, кто пробует, если ничего не получится. То есть он ничем не рискует, его туристы рискуют, а и он рисует. ничем. Uh -huh. Вот, и вот от этого такая... Дикая конкуренция. Uh -huh. Я могу для примера привести, что, например, во Франции, где, если мне память не изменяет 80 миллионов населения поменьше, чем у нас, но выезжает не 5% населения, а 70% населения. Uh -huh. Вот у них на эти 70% населения, там больше 50 миллионов, да, это 400 туроператоров. А у нас тысячи на гораздо меньшее количество туристов. Uh -huh. Я думаю, что, в общем, вот отсутствие платежеспособного спроса населения основная проблема за этим все маленькое количество туристов борется огромное количество компаний борется в том числе путем демпинга а правильно не, я понимаю поддерживают что... банкротятся mm -hmm. и дальше все вот то о чем при мы пример говорим. Франции вы привели правильно я понимаю что там вход на этот рынок гораздо сложнее гораздо сложнее да mm -hmm. вот. ну и то что и там и Народ платежеспособный, да. Ты, а, ты, если один раз ты какую-нибудь такую гадость учинил, а, ну, в смысле, ну, обманул туристов, mm. оставил их ни с чем, то ты второй раз на этот рынок не вернешься, а у нас ради Бога. Mm. Второй, третий. Никаких, к сожалению, запретов на профессию нет. Mm. Да, и одни и те же э, одежные личности. Кидают туристов ни по одному и не по двум разам. И с этим никак бороться нельзя. К, К сожалению, вот мы много раз пытались какие-то пролоббировать поправки в законодательство. Но вот у нас, как Герман Оскарович Греф, когда он какое-то время назад руководил, Минэкономразвития и, и туризм Туда тоже входил Он решил, что надо этот рынок максимально либерализовать И вот это пошел Вот это и есть либерализация, это это либерализация. либерализация. То есть, да. Приходите кто хочет, берите что хочет Ну это был, было бы правильно да, Полная э, либерализация Рынок в конце концов сам себя выстроит Такая э, теория тоже имеет право на жизнь Но тогда государство должно вот, Нести какую-то ответственность И лю этих людей спасать да, а государство на себя тоже эту функцию не берет. Поэтому вот у нас либерализация за счет э, населения. Ну, то есть, другими словами, да, государство никак не участвует, и если действительно вот подобная неприятность случается, ну, понятно, о чем речь, да, то есть, невыполнение не своих обязательств одной из сторон участников, ну, турагентством в частности. Или... Вот туроператорам Туроператор. какую-то э, систему защиты построили в виде финансовых гарантий, а с турагентством вообще ноль. Там нету даже заявительной регистрации. И вот профессиональные турагентства прежде всего от этого и страдают, потому что на рынок приходит не пойми кто, Э, демпингует, ни за что не отвечает, и у профессионалов настоящих, а такие тоже, естественно, есть на турагентском рынке, уводят клиентов, потому что, к сожалению, вот э, историю насчет бесплатного сыра никак потребители у нас не выучат. И уводят клиентов, а потом эти клиенты, да, огорчаются по поводу того, что они оказались... Да, и недоверие ко всей отрасли уже. Это приятно. Мало, мало хорошего, да, пока мы, собственно, сообщили в эфир. Тем не менее, мы сейчас слушаем новости на Финам ФМ, а потом продолжим наш разговор. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. На Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговор о том, как чувствует себя туристический бизнес в России. А, у меня в гостях, еще раз я напомню, Сергей Ватутин, владелец компании 1001 Тур, создатель туристического портала туризм.ру и Владимир Конторович, первый вице-президент Ассоциации туроператоров России. Ну, наше вступление, да, после того, как мы все-таки... Э, Сергея послушали и ну, по крайней мере так достаточно оптимистично да, его заявление о том что все-таки туризм э, этот бизнес да может приносить как, какой-то доход какие-то деньги потом мы коснулись проблемы и вот ключевые проблемы это проблемы э, государственного регулирования отсутствие такового да по большому счету нехватка как нехватка где-то где где-то полное отсутствие да где-то полное отсутствие оно создает вот такие вот к сожалению да не совсем приятные прецеденты. В этом случае давайте попробуем классифицировать тот предмет, о котором мы сегодня разговариваем. За эфиром, да, Сереж, помоги мне. Мы говорили о том, что три вида бизнеса туристического можно определить. Правильно я понимаю? Ну, опять же, первая классификация у нас была в первой части, то есть туроператоры, турагентства. Да. Это что касается там игроков рынка. Вот. И действительно, сам рынок, он состоит из трех частей. То есть это рынок выездной, то есть, когда наши туристы куда-то выезжают отдыхать. Uh -huh. а, рынок внутренний, когда наши туристы едут на наши же, допустим, юга и так далее. Uh -huh. вот. И, собственно говоря, рынок а, въездного туризма то есть, когда к нам приезжают иностранцы, чего всем нам очень бы, наверное, хотелось бы, потому что многие страны живут на доходы именно от въездного туризма. Но у нас в этом плане, да, я так понимаю, вот этот третий, третий сегмент наиб, наиболее неразвит. Правильно, Владимир? Когда к нам едут иностранцы. Ну вообще, вообще исторически он был э, очень сильно развит в советское время в советское к нам время. очень много ехали. А, сейчас э, страна просто перестала быть, во-первых, дешевой, какая она была для иностранцев во времена Советского Союза. Вот никаких усилий государство не делает по своему продвижению за рубежом, тратится сущие копейки. Вот, ну и Традиционная история, что люди страны не знают, то, что знают, очень дорого и неудобно. У нас гостиницы эконом-класса, туристического класса из Москвы, как минимум, из центра города почти все исчезли. Угу. Поэтому действительно большая проблема въездной туризм в нашей стране. Но по большому счету, вот если с точки зрения иностранца на эти вещи посмотреть, ему интересно Интересно не так много объектов, я так понимаю. Очень мало, к сожалению. Угу. А, ну вот. Хотя это опять неоправданно, ведь согласитесь? Ну, ну да. Москва, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо. Собственно, почти все. Угу. Вот. И опять-таки, если возвращаться к времени Советского Союза, тогда больше 80% территории было закрыто для посещения. Они все открылись, а про это никто не узнал. Да? Вот люди продолжают покупать то, что когда-то госкомонтурист продвигал. Uh -huh. Вот те небольшие участки нашей территории, которые были открыты для посещения. Uh -huh. А про остальное никто не знает. И я так понимаю, что в этом направлении практически ничего и не движется? Ничего не движется, нет бюджетных выделений на это во всем мире. Это задача государства вообще продвигать страну. А если, Сережа, а если говорить об, об игроках, да, как про, принято говорить, на этом рынке, вот здесь мы наблюдаем преимущество э, отечественных туроператоров или турагентств, я могу ошибаться, да, в правильности этого термина, и здесь работают иностранцы, привозя сюда, собственно, своих сограждан Ну, это как раз вопрос а, не совсем ко мне, потому что привет, мы привет. больше занимаемся выездным туризмом. Владимир. Да, вы знаете, вообще подавляющее большинство иностранцев в России принимают российские компании. И этих компаний, в отличие от тех компаний, которые занимаются выездом, очень мало. Да, раздвое обчелся исключение, пожалуй, составляют китайцы, которых э, действительно в основном массово принимают ки этнические китайцы же, угу. вот это такая традиция. А, очень часто это такой черно-серый сегмент рынка. Никто То есть не... здесь нельзя говорить о туроператоре, о турагентстве, это просто такой а, как бы гостевой туризм такой. Да? Ну всякое бывает, угу. что они как-то нет, это это и действительно большие потоки, автобусы и так далее, но все. А очень часто в серую, в черную, mm -hmm. компания эти не зарегистрирована или зарегистрирована в каком-то другом качестве. Вот. Ну и дальше все, все как обычно происходит с, вот, с гражданами из Юго-Восточной Азии. Я боюсь даже предположить, что под гостиницами да, здесь подразумевается. Иногда и абсолютно традиционные гостиницы те же самые, да ясно хорошо ну и, собственно да, эту тему наверное бессмысленно продолжать обсуждать в общем да да просто... что-то мы ушли куда-то совсем в китайскую диаспору ну я дело думаю, не, что... даже не в китайской, а вот что касается въездного туризма то я так понимаю это совсем 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 плохо выглядит у нас ну к сожалению государство очень мало этому уделяет времени вот всегда с кем не говоришь вот когда говорим туризм это обязательно это поездка в Турцию да и никто вообще не воспринимает туризм как Такую важную отрасль экономики, которая могла бы деньги приносить да, в страну, бюджет, а конечно. не выносить из страны, да, да, тот... и, и когда у нас а, в правительстве Москвы уверены, что они принимают 4 миллиона туристов, к слову сказать, больше, чем а, вся Россия вместе взята, вот, то, то да, зачем действительно прилагать усилия, если так все замечательно. А на самом деле этих туристов от силы полмиллиона. Вот поэтому со статистикой беда и с визами. И... Европейцы, которые основной донор для поездок в Россию, они вообще уже забыли, что такое виза. И у них, поскольку огромный выбор, куда поехать в, страну, в визовую страну, они поедут в самую последнюю очередь. Тем более еще с теми проблемами, с теми ценами, которые возникают в наших посольствах. Угу, угу. А у нас визу просто так не получишь, да? Нашу визу просто так не получишь. Сейчас еще вдруг... Без объявления войны ввели во всей Европе визовые центры, и это стало дольше, но дороже. Uh -huh. да, у нас вот в Москве тоже ввели, но стало удобней, да, дороже, но лучше. Uh -huh. А там стало хуже, но дороже. Вот. Так что мы как-то вот, негативный пример как-то заимствуем, позитивный нет. Uh -huh. Ну, я все-таки хотел бы внести долю оптимизма давай, в эту давай, тему, да, что потому что как как-то совсем грустно. Ну, во-первых, какие-то вещи все-таки делаются. Ну, для примера Петербург. То есть там достаточно развит рынок, там недорогих гостиниц, там мини-гостиниц. Да, то есть туда... Я прошу прощения, я был в Петербурге не дали как этим летом. Да, и под недорогими гостиницами, если позволишь, все-таки я в кавычки поставлю этот термин, недорогие гостиницы, подразумеваются выкупленные коммуналки, переоборудованные перед так называемые частные отели, в частные отели, точнее. Вот в одни из таких я жил, я был в командировке этим летом. Ну, учитывая, что Отель мне подбирала компания, вот, а там, как вы понимаете, не забалуешь особенно, там есть некий бюджет, вот, и в ряду появился этот частный отель. То есть я к тому, что он, ну, такую среднюю ценовую категорию занимает, он не скажет, что он дешевый. Вот, а что касается всех, как бы сказать, прелестей этого, этого отеля, я их хлебнул, ну, коммуналка, что такое коммуналка. Ну, дайте мне, пожалуйста, все-таки немножко оптимизма-то. Прости, пожалуйста. Пригласили в гости, Безус... человеку слова не надо сказать. Безусловно, а, есть там отели дорогие, да. Я боль... более скажу, что есть период белых ночей, когда в Питере, в принципе, все гораздо дороже, чем там в другое время. Mm -hmm. Вот, но, тем не менее, там а, выбор достаточно большой. Эти небольшие гостиницы, они все-таки стимулируют и большие гостиницы как-то двигаться по ценам. Mm -hmm. Вот, а, все-таки... Администрация города делает что-то, чтобы больше круизных кораблей заходило. Mm -hmm. Вот и все-таки здесь работа ведется. Вот. А если говорить про Москву, то здесь, допустим, там совсем недавно сбылась там мечта там. Я когда-то думал о таком бизнесе, когда ездил по Европе, uh -huh. это вот экскурсионные автобусы двухэтажные. Да, то есть, на самом деле, это знаковая такая штука, что иностранец может там в центре сесть на автобус, там сутки покататься, где-то выйти, где ему нравится. Вот это, мне кажется, такой достаточно хороший шаг Подожди, вперед. Подожди, сутки покататься, то есть имеется в виду, что там можно и переночевать в этом же автобусе? Нет, я имею в виду, что билет дается на 24 часа, uh -huh. и в это время можно на любой остановке что выходить. Такое... Ездящий отель, может быть, вот такая история. Нет, нет, это именно экскурсионный автобус, он ездит по основным достопримечательностям. То есть, вот это, это шаг к инфраструктуре нормальной. Да, то есть, потому что иначе самостоятельному туристу непонятно как. Угу. То есть, единственный вариант там на экскурсию поехать в Москве, это был выйти у Павелецкого вокзала, да. послушать там... И из... на Курском я помню. И на Курском, да, 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 раздолбанный карус, на котором, да, да. соответственно, там. Сейчас тебя по, по, по этим, да, по важным и, местам. Я вот Сергеем вас... соглашусь, что вещь очень знаковая. Вот и в то же самое время не соглашусь, потому что она, на мой взгляд абсолютно бессмысленные эти автобусы. Все можно встретить в центре города, uh -huh. они абсолютно пустые. Да, и в нашем городе, с нашим климатом, и с нашими пробками. Вообще странная затея, а, исходя из того, что подавляющее большинство туристов, которые к нам приезжают, это туристы организованные, и групповые. — и вообще не нужен этот 90% мир. туристов, которые сюда приезжают, это пенсионеры. Да, они не, не ходят самостоятельно по улицам Москвы, у них все экскурсии закуплены заранее, вот. а индивидуальных туристов в Москве нет, и в ближайшем будущем вряд ли появятся, потому что у нас логистики нет, у нас нету да, или mm -hmm. почти нету а, указателей на английском языке. У нас недружелюбная полиция ходит по улицам. У нас не говорят нигде на английском языке, ни, ни в каких заведениях общепита. Поэтому у нас индивидуальных туристов, собственно, нету, на кого это рассчитано. Mm -hmm. да? Индивидуальный турист, потребители этого замечательного сервиса в Париже, в Мадриде, в Барселоне, в Лондоне, где угодно. Но в Москве сейчас нет индивидуальных туристов или почти нету. Mm -hmm. да, поэтому, ну, на мой взгляд, это частная история. Поэтому. Не бюджетные деньги, что их считать, то на мой взгляд, деньги выкинуты на ветер. Да. Ну, это долгий проект, действительно. То есть это просто один из элементов инфраструктуры, которые нужны. Да, конечно, им одним мы не вытянем туризм, да, но это один из шагов. То да. есть ты как оптимист, я понимаю, тебя прекрасно, да? вот мы о, тут, Собственно, здесь о, мы дистанцировались, шляпник, да, да, Владимир поделились. Сережа, оптимист, ты как оптимист просто пример привел, да, что, конечно, все не так хорошо, как хотелось бы, но вот есть позитивные ростки, это самое главное. Ладно. Это здорово для рекламной картинки, действительно. Безусловно, конечно. Вот что вот у нас есть. О, нас. договорились. Хорошо, давайте тогда мы этот сегмент да, немножко в сторону оставим, а вернемся к тому, который, наверное, подавляющее большинство наших слушателей больше интересует, и тем более, я еще раз повторю, есть вопросы, мы после, после новостей уже к ним вернемся. Давайте говорить о э, туризме выездном. Э, хотя, Немного осталось до новостей. Вот такой вопрос. Неожиданно, Сереж, смотри. Ты, помимо того, что владелец компании, ты создатель еще туристического портала turism.ru. И в связи с этим я хотел бы вот такой вопрос задать тебе. А нет ли э, проблемы, ну, помимо огромного количества, видимо, их, нет ли проблемы того, что э, агентство туристическое как таковое, оно таким уже архаизмом ста становится? Оно, оно, э, так сказать, да. Оно? Боюсь, не уложимся За... до новостей. Ну ничего, мы продолжим после, Но, ну, вопрос понятен <как> тебе. Да, да, да конечно. А, Есть значит... Интернет у всех можно самостоятельно заказать и э, отель, и перелет, и все Давай, Вопрос мне задают на каждом интервью. Действительно, для определенной части поездок проще и удобнее, наверное, самому забронировать отель, билет и полететь. Да, действительно, там, допустим, там в Париж там, на 5 дней проще так ну и дешевле что важно и, наверное да и ну, и нафак ну, дешевле. дешевле не факт что не факт не факт вот с другой стороны есть направление массовые пляжные опять же там та же самая Турция и много еще всего куда ну все равно операторы закупают чартерные рейсы угу. оптом они закупают места в гостиницах оптом и все равно получается через а, ту, туристические компании дешевле, дешевле. именно вот. потому что оптом они все это делают да да за счет опта и плюс еще угу. Вопрос в том, что тут же не просто важно там забронировать, а я вижу работу агентства как сервис такой консультационный, то есть нужно правильно подобрать то, что человеку нужно, uh -huh. потому что на основании данных в интернете можно очень сильно наколоться, uh -huh. ну mm. или как минимум не найти то, что нужно. Да, да. да. Uh, Сереж, ты прав, мы не уложились, но тем не менее мы продолжим разговор после новостей. Сейчас новости на финам.фм. Итак, друзья мои, мы продолжаем наш разговор. Сегодня обсуждаем туристический бизнес в России. У нас есть представитель этого турбизнеса. Его зовут Сергей Ватутин, он владелец компании 1001 тур, создатель туристического портала туризм.ру и второй гость Владимир Конторович, первый вице-президент Ассоциации туроператоров России. Прервались мы и ушли на новости, когда э, стали обсуждать э, тему, что при нынешнем доступе да, интернета практически. Э, Показалось мне, по крайней мере, что туристическое агентство да, уходит уже в тень. Не нужно оно. Вот, Сережа, я так понимаю, э с этим не согласен. Продолжай. Ну, как я сказал, собственно говоря, турагентство это сервис экспертный должен быть, а не просто так: забронировать отель. Да, очень важно подобрать. Да? То есть, э Кстати, очень часто турагентство выполняет именно вот такую функцию. Забронировать отель, да, там что-то, записать на самолет. Вот это беда, да, как раз. Э это опять очень... мы говорим о профессионализме, да? Да, очень часто в туризм приходят люди с горящими глазами, которые говорят, я вот никогда не работал, но я очень хочу работать, ведь вы же постоянно ездите по всему миру, не, вылета... не вылезаете из отелей, самолетов и так далее. Мне тоже очень хочется. Да, мне тоже очень хочется, вот, а на самом деле все-таки это тяжелый труд, и чтобы стать экспертом в туризме, нужно потратить немало времени. То есть хорошее турагентство, оно должно своих сотрудников обучать, развивать, возить в рекламные туры, чтобы они могли а, не просто там по каталогу что-то клиенту показать, а рассказывать именно специфику там курорта. Uh -huh. И просто часто бывает, как человек приходит, говорит, вот мне посоветовали такой отель, хочу туда. И если менеджер просто так забронирует после этого ему этот отель, то очень может быть, что человек будет недоволен, потому что, допустим, ему посоветовал это парень, который с девушкой ездил, и они там Тусовались на дискотеках две недели, угу. а этот человек, допустим, едет с семьей и с ребенком, с да. и не разобравшись в этом, не предложив ему то, что ему реально нужно, угу. вот а из этого могут рождаться недовольства, всякие неприятности. Да. да. Ну то есть, тем не менее, ответ на вопрос, как бы он прозвучал, а... отмирает Тураген... ли да, вот турагентства, Безусловно, нужны. Но в некоторых ситуациях можно обойтись без них. И без них. Скажем а так. что за ситуация? Вот, если... а, ну, еще раз, простой тур. Если человек достаточно опытен, если он знает язык. Угу. И то... знает, куда он хочет поехать. Да. И знает, куда он хочет поехать, да. То из точки А в точку Б, допустим, опять же, там в Париж, там за покупками на угу. 5 дней, угу. гостиница, там перелет, если особенно виза еще есть, без проблем. Тут агентство, может быть, и не нужно. Это с одной стороны, да. Mm -hmm. То есть есть ситуация, когда нет смысла. С другой стороны, вот, опять же, массовые пляжные направление, там просто дороже будет самому, как ни крути. Mm -hmm. И, И потом да, давайте вспомним еще: а что такое вообще интернет-портал, где вы бронируете? Это на самом деле тоже агентство, только в онлайне. Да? А вам кажется, что вы сидите а, напротив IBM, а, да, или Apple? Mm -hmm и ему уж точно может доверять, ошибок не сделает. На самом деле все абсолютно то же самое. Вы обращаетесь только говорить не с агентом по телефону, а набирая на клавиатуре все необходимое, а потом с вами могут произойти все те же проблемы, которые происходят человек, который летит через турагентство э, традиционное. Вот у меня товарищ через очень крупный э, английский портал, которым все пользуются, но ну, не буду их дискредитировать уже, они исправились, забронировал себе гостиницу в Таиланде. Прилетел в гостиницу с ваучером распечатанным на принтере из компьютера. Uh -huh. Приходит в гостиницу, ему говорите, говорят, извините, у нас овербукинг. То есть гостиница перепродана. Абсолютно нормальное явление, к сожалению. Может быть, с кем угодно и когда угодно. Uh -huh. Но вот э, в традиционном случае он позвонил бы в агентство и сказал, ребята, решайте как-нибудь эту проблему. Да? Это ваша проблема, а не моя проблема. Тут ему звонить особенно некуда. А в гостинице ему сказали, что мы за свой счет... Да, поскольку это мы перебронируем, отправим вас в другую гостиницу. Uh -huh. вот, но в той гостинице его уже отказали селить бесплатно. Ему пришлось бедному бы э, платить э, два раза, если бы там не, допустим, знакомство со мной, не административный ресурс. Mm -hmm. Мы стали связываться с этой английской системой бронирования, угрожать им, да, что об их некачественной Стра работе раструбили в средствах массовой информации, на Финам-ФМ и так далее. Да, 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 вот, а, и они, значит... Повторно забронировали на другую гостиницу. Но не каждый может. Во-первых, во-вторых, тут еще нужно э, знание иногда иностранных языков не у всех есть. И потом, если человек что-то купил в нашем российском агентстве у туроператора, у него есть какие-то судебные перспективы. Да, они всегда не всегда они реализуются, но они есть. Mm -hmm. А я себе с трудом представляю, как кто-то будет судиться э, в Англии да? или в какой-нибудь другой стране, например, в Египте. Поэтому есть у всего плюсы и минусы. Mm -hmm. У меня Вы... тоже есть пример такой грустный в эту тему, когда я покупал билет на Deutsche Bahn, и мы ездили поездом по Европе. И, собственно говоря, вместо нормального купе нам дали купе с неработающим туалетом, душем и так далее. Угу. Вот. И, собственно говоря, в этой ситуации добиться чего-то было очень сложно. И в итоге, ну, в России, я знаю, там писать претензию, дождаться ответа, там пойти в суд и так далее. А там, ну, это действительно тяжело. Понятно. Ну, я, собственно, ничего другого от вас и не планировал услышать, безусловно. Хотя логика, безусловно, я с вами согласен, логика в этом есть. Здесь ты по меньшей мере понимаешь, кому тебе претензию объявить, а там это порой и неуловимо. Ну, я сам вот, как потребитель тех же самых туристических услуг, наверное, 50 на 50. Когда-то бронирую в, через компьютер, когда-то звоню в туристическую компанию. Вот сегодня последний раз звонил. — Здорово. Смотрите, я читаю вопрос еще один. Ну, э, может быть, он не совсем в тему, но тем не менее мы говорим вот о отношениях именно наших сограждан, да, с, об, об отношениях наших сограждан, которые возникают, когда они приезжают в ту или иную страну. Вот э, наш слушатель Иван пишет. — Часто сталкиваюсь... Ну, со своеобразием, давайте я заменю это слово, со своеобразием гостей. Проблем с российскими туристами всегда больше, пишет он. Ни один турист из Европы или Америки не, загатит, не закатит таких скандалов, как наш. Некомпетентность работников и полное отсутствие элементарных зданий у туристов портит картину туризма в России. Как с этим бороться? Ну, во-первых, это правда. Наши действительно так плохи по сравнению со всеми остальными. Ну, такое бывает, да, безусловно. То есть мы можем говорить, что вот российский турист, он действительно скандалист. А немец или француз? Опять же, ну, в любой нации есть люди, скажем так, неадекватные. Хорошие и плохие. Да, может быть, за границей наши неадекватные иногда более заметны. Но, с другой стороны, это тоже один из факторов выбора. То есть, когда куда-то турист едет, вполне логичный запрос «Отправьте меня туда, где мало наших». Такое тоже у нас периодически случается. Английские болельщики тоже не всегда «дэнди». Вот. Ну, а что касается поведения наших, то, опять-таки, давайте вспомним, у кого, к сожалению, в нашей стране есть деньги на путешествия. Возможность, да. Да. Ну, вот, когда к нам приезжают французы и немцы в нашу страну, то это в основном бабушки и дедушки, да, которые уже не буянят и ведут себя тихо. Вот. А наши бабушки и дедушки, к сожалению, в мае своей не могут себе позволить отдыхать, а отдыхает буйная молодежь. Вот поэтому мы сравним несравнимые вещи. Ну, на самом деле, да, я тоже соглашусь с тем, что, наверное, дело-то не в том, да, россиянин он или не, не, не россиянин, наверное. Еще один момент, смотрите, вопрос от слушателя. Я знаю все про э, направление, которым занимается сам, видимо, вот наш, наш слушатель. Но меня иногда интересует, как люди, работающие в туризме, не знают элементарных вещей. Ваше мнение про некомпетентность работников. Ну, опять-таки, Сереж, тебе прежде всего, наверное, да, ты как борешься с этим или а, у тебя, собственно, да, кого-то на службу принимаешь, а сколько у тебя профессиональных? Ну, как я уже начал говорить, действительно... То есть, мы... эта проблема есть, да, в бизнесе, да. вот в этом? это, Сейчас. опять же, последствия а, недорогого входа на рынок. Uh -huh. То есть, а, очень просто войти, соответственно, человек там занимался, там, допустим, пластиковыми окнами, да, и он сказал, хочу открыть турфирму. Uh -huh. Да, у меня есть сестра, у меня есть там жена, да, вот на, они на, будут. Надо их чем-то занять. А они не... четыре раза были за границей. А, ну, они опытные. Да, да поэтому да. они могут работать, вот. И из-за этого действительно есть такая проблема. То есть мы своих а, менеджеров учим и в Москве учим, и на выезд они там несколько раз в год ездят смотреть страны, отели и так далее. Угу. Это важно, да. И просто беда еще в чем, что очень часто но вот в этих маленьких компаниях там большая текучка кадров. То есть человек приходит, он поработал, понял, что на самом деле тут не все так шоколадно, как ему казалось по рекламным буклетам туроператора. Uh -huh. вот, и он уходит. Да? Плюс еще зарплаты в туризме на самом деле не очень большие. Да? Поэтому большая текучка, соответственно, много новых людей. Вот. Именно поэтому мы, а, ну, по крайней мере, сейчас практически не берем сотрудников без опыта. Мы стараемся брать людей, которые уже там год, два, три проработали в туризме. Uh -huh. Это не значит, что их не надо будет учить. Я вот там занимаюсь турбизнесом там, 10 лет, каждый день, наверное, что-то новое узнаю. Это нормально, это, собственно, Я, к сожалению, я профессии не еще добавлю, да. да, и, наверное, Сережа меня поддержит. Катастрофически низкий уровень подготовки высших учебных заведений. 250 вузов у нас готовят специалистов в области туризма. Ну, никто никогда почти никого не возьмет без опыта работы, потому что их... То есть после института? После института учат, бер, с них берут деньги. За это большие, угу. и не учат ничему. Да, этих людей всех надо переучивать. Угу. То есть это та, та, та же самая проблема, да, и может быть даже вот. Все ищут с опытом работы, ник, и никому не нужен выпускник высшего учебного заведения. И я скажу: на самом деле, да. У меня там даже хобби есть, там другой проект он обучающий для угу. То есть у меня даже книжка есть, там как повысить доходы в турфирме и как там правильнее работать. Вот, поэтому это важный момент, действительно, потому что все вот эти разговоры про там некомпетентность, они вот от того, что действительно никто не занимается развитием, обучением кадров. А профильный ВУЗ это скорее минус, чем плюс, когда там берешь человека на работу. Даже так. Хорошо, а кто в идеале должен обучать кадры в таком случае? Практик. Спи... Самое главное практик. Самый потому главный... что, ну это знаете, как... Есть такие консультанты, они учат, как стать миллионерами, uh -huh. а потом садятся в метро и уезжают в Хрущевку на окраину города. Вот, поэтому наши профессора в вузах, они никогда не работали в реальном турбизнесе, и, соответственно, могут научить только тому, что в книжках там 80-х годов написано. Uh -huh. Uh -huh. Ну, там много хороших вещей записано в книжках 80-х годов. Так Никого выходит туризм. Туризм. из вуза хорошие люди, но не профессионалы. Понятно. Ну, как известно, хороший человек — это не профессия, да, и в этом главная проблема. В этом случае, Сереж, вот с точки зрения ну, того слушателя, да, который сейчас следит за нашим разговором, ну и с точки зрения обычного обывателя, то есть клиента твоего потенциального. На что ему смотреть, чтобы. Ну, понятно, гарантировать гарантированного профессионала, да, на что посмотреть, чтобы получить гарантированного профессионала. Наверное, нет такой какой-то стопроцентные да, рекомендации, но все же, смотреть ли ему на имя, на крупную, соответственно, да, контору, либо, наоборот, может быть, ему слушать своих друзей, которые, знаете, вот это, да, сарафанное радио известный, что я ездил, ну, тут уже... тут не будет ответа или-или, uh -huh. да, действительно, если у вас есть а, знакомый хороший турагент, он вас уже там не подводил несколько раз, uh -huh. да, лучше обратиться к нему, потому что, действительно... И Реально. лучше работать с ним, да, потому что добра-добра да. не ищут, как известно. Да, да. Если, опять же, но с другой стороны, бывают ситуации, когда и в, этой, в этом случае бывают проколы, да, то есть нужно, и всегда они могут быть и в крупной компании, и в небольшой. Вопрос, как эти проколы решаются, но они могут быть. Причем не по вине компании, я так понимаю, да? И так, и а... так. И так, и так. Ну, в частности, это, если это не вина компании, профессионализм будет еще... Показатель профессионализма будет считать, как она решается, эта проблема Правильно Ну, скорость и разрешения Да, да, да то да. есть, допустим, опять же, те же самые там случаи с банкротством туроператоров Да, мое понимание, что, ну, по большому счету, интересы, там, турбизнеса, это дело третье Да, но турист заплатил деньги, он не обязан во всем этом деле разбираться Разбираться, конечно, да? конечно Вот, поэтому мы, как агентство, там, когда были громкие банкротства хороших компаний То есть, с плохими мы не работаем но когда хорошие компании разоряются, мы практически со всеми туристами договорились, что мы им компенсировали там за свой счет этот отдых, угу. потом уже там разбирались с страховой и так далее. Ну, разобрались? А, ну, скажем так, из двух случаев в одном да, в другом нет. Потому что в одном случае там была история, что страховая компания после банкротства оператора сама разорилась. Да. И да. Беда. Ну, смотрите, опять у нас как-то в пессимизм. Сейчас, смотрите, мы еще раз послушаем новости на Финам ФМ, а потом все-таки в последней части программы попытаемся говорить только о хорошем. Итак, друзья мои, мы продолжаем, а точнее уже заканчиваем потихоньку наш сегодняшний разговор. Обсуждаем сегодня вопросы туристического бизнеса в России. Я еще раз напомню моих гостей сегодня. Сергей Ватутин, владелец компании 1001 Тур, создатель туристического портала «туризм.ру». И Владимир Конторович, первый вице-президент Ассоциации туроператоров России. Обсуждаем проблемы туристического бизнеса. Ну и, к сожалению, так получается, что проблем-то гораздо больше. Именно поэтому общий подтекст такой пессимистичный. Мы пытаемся сейчас с вами да, наполнить слушателей оптимизмом. И вопрос у меня следующий, Сереж, тебе, наверное, прежде всего. Как можно разбить вообще услуги, которые ты предлагаешь своим клиентам по сегментам, что ли? да? Ну, я знаю, по крайней мере, существует так называемый пляжный турист, и я предположу, что он может быть даже наиболее востребован. Или туризм зимой, да, обычно спрос там на ну, да. горные а... лыжи для любителей попадать там. На склон. Самый, конечно, широкий сегмент это пляжный отдых, вот причем здесь есть ну, достаточно много стран, куда можно поехать, то есть есть страны там. То есть выбор От... огромный. Выбор большой, Боргий. да, есть страны, скажем так, относительно близкие, то есть там 3-4-5 часов лета, вот, есть страны, куда лететь там 12 часов и более, вот, то есть это самая большая, наверное, часть, действительно, отдых на пляже. Вот. есть а, немаленький сегмент это экскурсионные туры, uh -huh. то есть поехать посмотреть один город или там целую страну. Они вот. востребованы тоже, да? Они достаточно хорошо востребованы, да. Вот, а, ну опять же это могут быть либо разные люди, либо одни люди чередуют, то есть грубо говоря там. Позагорал, потом Позагорал, поездил, да, посмотрел что. Смотрел. Да. Вот есть горнолыжный туризм тоже достаточно активный. Бурно развивается сектор круизный. Вот а, для меня, честно говоря, это такая Личная штука, то есть, ну, на круизе подсаживаются. Uh -huh. То есть, один раз сплавов, можно потом там достаточно часто путешествовать именно таким способом. А Борган. в чем плюс? А... То есть, ты, с одной стороны, у тебя и пляжный отдых, да, и в какой-то степени... Экскурсионный... Движется с Гостиница движется Гостиница, да, да, не надо. Да, жить. то есть, это пятизвездочный отель со всей инфраструктурой, с ресторанами, барами, кинотеатрами, там, спортзалами, чем только uh -huh. угодно. Она плывет, и каждое утро ты в новом городе, у тебя день, чтобы этот город посмотреть. Там еще но команда этом... артистов, видимо, да? Она да, там... да, развлечения Развлекает. там выше крыши. Вот, и, собственно говоря, каждое утро новый город, день на ознакомление с этим городом. Причем не надо таскать чемоданы, а ты выходишь с фотоаппаратом. Ну, да, Это удобно. Тебя катают или ты сам там катаешься как хочешь, садишься на корабль, развлекаешься. Утром, о, Париж. Ну нет, Париж фру, но там Барселона. Тоже неплохо тоже неплохо и кстати с точки зрения э, финансов э, все-таки он, наверное, подороже да, чем об, обычные не всегда. не всегда есть разного класса круизные компании это не всегда вокруг света круизы это не всегда вокруг света нет есть круизы конечно на 120 дней ага. которые там Лондон Лондон и действительно объезжают все ага. но туда в основном ездят люди со средним возрастом, наверное, там 72 почему ну потому что ну времени нет 120 не... дней кататься что у них нет времени такого нет 120 дней кататься а, работать ну да надо, это в основном как раз пенсионеры то есть то что мы говорим что наши пенсионеры не могут путешествовать а зарубежные пенсионеры имея хорошую пенсию они вот могут 3-4 месяца путешествовать по миру вот а в принципе есть недорогие круизные компании есть ну единственная беда конечно наша что у нас с морями не очень хорошо то есть, чтобы поплыть по Средиземному морю, нам, угу. соответственно, надо еще как-то до Под него добраться. Подъехать надо еще, да? да? сейчас есть приличное количество круизов из Петербурга, но все равно этот бюджет, ну, сегмент такой ограниченный. Ну да. Вот. А так выбирать по срокам можно, хочешь на три ночи, хочешь там, на три недели, без проблем. То есть на любой вкус. Можно по Европе, по Азии там. Ну, то есть, очевидно, да, что выездной, как вы правильно называете, выездной туризм э -э в данном случае туризм за рубеж выездной, да, правильно я говорю, выездной. Правильно, правильно, правильно да. Да. Он все-таки э, больше, да, больше э, востребован э, нашими нашими согражданами. А, ну, смотря как считать, то есть среди организованных туристов, да, безусловно. У нас еще полно неорганизованных туристов, которые, ну, там на машине едут к морю и там живут в палатке, допустим, или там койку снимают. Дикарями их раньше. Называли, да, да. То есть если их считать, то наверное все-таки таких больше. То есть не больше? Больше, конечно, больше. больше. Конечно, гораздо больше. Я понял. Хорошо. А в таком случае <coughs> давайте мы обсудим вот еще, что по большому счету заявлено было и осталось. А что происходит у нас? Ну, его правильно тоже назвать выездной туризм, но когда вы за пределы Российской Федерации не выезжаете. Это внутренний. Это же. внутренний. Это туризм. внутренний. Так вот, как обстоит дело с внутренним туризм, э, туризмом, тем более что, э, ну понятно, посмотреть-то есть что, да? Не всегда, может быть, получается, не всегда. Опять это связано с инфраструктурой, в частности. Вот один И из. И информации. Информации. Мы про да. Турцию знаем гораздо больше, чем про Алтай. Согласен. Ну гораздо больше. Согласен. Вот вопрос насущный от одного из наших слушателей. И вам нет. Байкал. Как улучшить популярность? Ну, понятно, да, славное море священное, даже песни -то и, и стихи слагаются. И понятно, что это вещь в мировом да, пространстве такая. Единичная, наше великое озеро. Как улучшить популярность? Места есть, возможностей мало. Миллиарды, как обычно, туда уходят на карманы чиновникам и прочим лицам. Ну, видимо, сердце. Сердце болит вот просто за родину у слушателя. Как, как, как быть с этим? Владимир, вы... Это место, как вы, вы мне сказали, да? Бывал, да. Вы, вы знаете, но ну это же тут ничего нового придумать не надо. Любое направление, да, будь то Байкал или будь то Доминиканская Республика, нуждается в продвижении. Да? Во-первых, это реклама. Вот мы знаем Байкал, глубокое, чистое, да местами, а, местами но не очень, да. Преимущество Байкала, преимущество пока еще очень чистое. Ну, да. И собственно все, да, что мы про это знаем. А зачем тогда спрашивают, что туда лететь, если мы знаем только это? Ну, да. А перелет стоит, да, во-первых, это э, под 6 часов, да, и стоит далеко не, не 2 копейки. Uh -huh. Да, еще часовые пояса надо менять. Поэтому на два дня туда никто не полетит. Объяснить человеку, чем он может занять свой досуг в течение там, недели, минимум, а лучше 10 дней или двух недель вот это задача. Да, нарисовать э, там. Программу человеку на 10 дней, на 2 недели. Наверное, все это возможно, но этим надо заниматься. Да? Рассматривать Байкал как место для пляжного туризма. Если можно, то, наверное, месяц-полтора в году. Да? А еще 11 месяцев что делать? Не тот сезон. Да, поэтому это, это работа. Да? У нас э, Сочи-то пустует в, вне летней. Период. Что уж говорить про Байкал. Поэтому это работа, это это должны быть опять-таки поддержка государства. Это должны быть дотации на авиарейсы. Когда наши туроператоры ставят чартеры в Израиль, то от израильского министерства туризма мы получаем финансовую помощь. Да, если мы поставим чартер в Иркутск, мы никакой помощи не получим. Да, и вот в этом проблема. Это проблема, конечно. Да, вот это государственно-частное партнерство, мы его находим То есть очевидно, что Израиль заинтересован, чтобы к ним летели, да? Да, Байкал не очень, видимо, да? да? Ну, Россия, да, и как-то... По барабану, да, куда мы полетим с вами. Это да, ту, в Израиль перед тем, как туда начать отправлять туристы, возят агентов, бесплатно их там принимают, журналисты возят, бесплатно принимают. И в результате появляются агенты, знают, как с этой страной mm -hmm. работать, журналисты про это пишут, у людей появляется информация и желание туда поехать. А с Байкалом всего этого не происходит. Вы были Вы на Байкале, правильно? Я, я, я был понимаю? на Байкале, вот да. С вашей точки зрения, есть у меня две недели, ну, э, пусть будет сезон, примерно... Летний, да, когда и на Байкале тепло, ну и в других местах тоже не очень холодно. Вот что могло бы ключевым аргументом быть, чтобы я все-таки ехал не на этот самый берег турецкий, а на отечественный родной. Ну, только Байкал, я ни никаких резонов не, при не приведу mm -hmm. вам, если вы там не, не страстный рыбак, допустим. Ну, то есть, как вариант, да? То есть, ну, там да. рыбалка, там профессиональная. Да. А вообще, это... ну, это или... должна быть программа цел целого региона с посещением. Самых разных очень интересных мест в Сибири. Сибирь нет уже байка, да, вот посмотреть все вокруг все там очень много чего посмотреть. Ну, да. Но это должна быть целая программа, чтобы она была дешевая, она должна быть массовой. Это должны быть чартерные самолеты, это должны быть экскурсии на автобусах, да? это будет сопоставимо с ценой поездка в той же Таиланд на то же расстояние, да. или почти на то же самое расстояние. Пока это Таиланд дальше, но это гораздо дороже. И я так понимаю, Сереж, в этом основная да, задача что-ли решить эту проблему. но это, это задача круг. государства. Это дорого, потому что это не массово. Это да. не массово, потому вот что это, это дорого. дорого, да. Вот а... развязать, это разубить от города выходит, узел может государство, если захочет. Да, Пока то не оно, очень хочет. Оно будет датировать, оно будет каким-то образом. А оно этого не делает. Да. И сейчас по факту получается, вот если говорить про тот же самый отдых в Сочи, да, просто недавно там на одной передаче общались то, что оператором по России, угу. вот а по их статистике каждый год Возраст э, туриста внутреннего прибавляется на год. То есть каждый год турист, который едет в Сочи, он стареет. Да? Молодежь не поедет туда отдыхать в большинстве своем. Uh -huh. А те, кто привыкли туда ездить э, советских времен, они ну, при, привыкли, привыкли. Но И они постепенно, уже... соответственно, по мере того, как они становятся пенсионерами, этот рынок пропадает. Да? А молодежь, она туда не поедет. Uh -huh. А Известная история 2014 -го года, uh -huh. она каким-то образом... Ну, на Революци... три недели, да. Революционным. Она как-то изменит ситуацию, как ты думаешь? Ну, на три недели Олимпиады, это понятно. А потом и там же понастрою-то мама не горюй, наверное, это все должно потом, да, как-то отдаваться. Как ты Ой, не верю. Не верю, я, честно говоря. Да, говоря что Володь, а для меня самый большой вопрос: а откуда возьмется квалифицированный персонал во все эти гостиницы? Откуда? Вот ну, где... Я так понимаю, на время Олимпиады это тот же самый, да, фриланс, как они называются? Ну, наверное, волонтеры. Очень... Да, волонтеры, волонтеры, совершенно и верно. И очень появилась а мудрая мысль, разъедутся... да, у, у организаторов Олимпиады или там у вице-премьера Козака а поставить туда на время Олимпиады вот эти самые круизные суда. Потому что они уже приходят, они готовы, они уж с обучным персоналом, который уже говорит на, на всех языках мира. Mm -hmm. Закончилась ли Олимпиада, ушли? Да, вот. На мой взгляд, это наиболее целесообразно, потому что как заполнять все эти построенные гостиницы после Олимпиады, я не понимаю. Mm -hmm. То есть я так понимаю, что опять да, Такое будет... практиковалось, насколько я помню, во время Олимпиады в Греции. В Афинах, да? В Афинах было такое, да. Но ну, насчет того, что в Черном море в феврале корабль, я не знаю, конечно, насколько это реально, но ну в принципе, ходить ему не хорош. надо, он будет в порту стоять. Ну да, да. То есть действительно вопрос сервиса он очень важный. То есть от того, что там построится гостиница там не начнут там улыбаться и так далее. Резко причем улыбаться. И наши таксисты, да. они никуда не денутся. Наши таксисты, я так понимаю, это тема для отдельной программы просто. Так, ну что ж, к сожалению, время потихонечку заканчивается. Если позволите, давайте итоги подведем. Ну, как минимум, я, если позволишь, закончу тем же, с чего ты начал, да? Все-таки туристический бизнес в России скорее жив, чем мертв. Да, он так плоховато да, конечно, он жив, и Большой корреспондент, а, да, на самом деле, ну все равно без отдыха никуда, да? и а, хорошие компании стараются этот отдых организовывать на нормальном уровне, угу. вот, и ну просто для здоровья человека как минимум там два раза в год нужно ездить к морю, к солнцу. Это логично. Это логично. Дай бог, чтобы а, ситуация улучшалась с каждым годом. Конечно, мы а, обнаружили с вами определенные перекосы. Да, то, что нет у нас туризма, туризма въездного и внутри России не особенно. Ну, здесь только государство уповаем. Я так понимаю, больше никаких причин, да, сдерживающих развитие этой отрасли, мы не видим. Я напомню, сегодня в гостях Сергей Ватутин, владелец компании «1001 Тур», создатель туристического портала «Туризм.ру» и Владимир Конторович, первый вице-президент Ассоциации туроператоров России. Спасибо вам огромное, Спасибо уважаемые вам. гости. Спасибо, Спасибо вам, слушатели. Всего хорошего. Отдыхайте.